руското семейство, нрави, обичаи и въобще ежедневния живот, който и ние живеем, но понякога се втрудваме политически и забравяме общо взето за него, а той е много важен. И ще чуем лекцията «Руска семя, 18 век е до съвременности». До съвременности. Вера Михайловна, пожалуйста. Здравствуйте, я вижу знакомые лица. Надеюсь, что не будет сильно скучно, тем более, что тема, ну, более такая этнографическая, скажем так. Моя скромная задача в том, чтобы, если вы читаете русскую литературу какую-то, особенно классику, довольно часто нам приходится иметь с этим дело. И иногда какие-то реалии нас напрягают, сложно воспринимаются, потому что не похоже на то, к чему мы привыкли. А может быть и похоже, но просто не очень понятно что-то. Вот какие-то сюжеты, связанные со старинной жизнью семьи русской, с теми изменениями, которые в ней происходили, я и попробую сегодня осветить. Тем более, что вот судя по разговорам с коллегами, какие-то вещи действительно расходятся, не совсем похожи то, что было в России и в Болгарии. 18 век, хотя эта эпоха была для России переломной, но многие традиции перешли с более ранних времен в этот период. И особенно это то, что касалось постоянных устоев жизни, и в частности жизни семьи. Русская семья 18 века не очень сильно по типу отличалась от семьи 17-16 веков, то есть тех семей, которые жили в более традиционные времена. Основой семьи, ну, скажем так, классической русской семьи, традиционной, была в первую очередь подчиненность всех членов семьи ее главе. То есть это была такая патриархальная семья, где глава семьи, отец, хозяин, он был одновременно хозяином над всеми остальными. У нас очень любили впоследствии сравнивать такую традиционную семью с монархическим правлением, что, дескать, вот в России монархия сверху донизу, царь отец своим подданным, каждый помещик отец своим крестьянам, то есть отношения именно как бы семейные, и, естественно, каждый отец, он в первую очередь не только отец, но еще и правитель, монарх в своей семье. Это было тем более легко осуществить, что семьи были очень многочисленные. Особенно это касалось деревни, сельской жизни, жизни крестьян, которые в основном, в общем-то, воплощали в наибольшей степени традицию. И в такой семье, как правило, семья, то есть, ну, просто вот население одного дома, именно то самое семейство, которое существовало под одной кровлей, оно состояло из родоначальника, ну, обычно это был уже пожилой мужчина, хотя еще достаточно крепкий, из его жены, из его многочисленных сыновей, которые были частично женаты, частично нет. По русской традиции мужчина, женившись, приводил жену к себе в дом, а девушка, выйдя замуж, уходила в дом мужа. Соответственно, в доме родоначальника, вот этого самого патриарха, хозяина дома, оставались только те дочери, которые еще не вышли замуж. И женская часть семьи состояла таким образом из хозяйки, старшей женщины, из жен сыновей, из незамужних сестер. И если в семьях сыновей уже были дети, то, соответственно, внуки тоже жили в этой самой семье под одной крышей. Во многих случаях вместе с хозяином дома жили его братья, сестры, по каким-либо причинам не имеющие собственной семьи. Получалось, что семья могла существовать в общем, довольно большом количестве людей. Могло быть и 10, и 15, и 20 человек под одной крышей. А если учитывать, что семьи были многодетные и рождали тогда русские столько, сколько, ну, как говорили, давал Господь. Родится пятеро, будет пятеро, родится 20 человек, будет 20 человек. Правда, с учетом, что смертность детская была очень высокая, поэтому далеко не все рожденные дети умирали, то есть оставались, многие из них умирали, все равно семьи были очень многочисленные. И иметь, скажем, семерых сыновей под одной крышей вместе с семьями, это было совершенно нормально. Вот все, кто жили в одной семье, они считались единым хозяйственным организмом. Внутри этой семьи существовала своя иерархия, свое старшинство. Старший хозяин, затем сыновья по старшинству, соответственно, жены их, они тоже имели такой же статус, как у мужей. Далее, значит, дочери. В общем, внутри семьи существовала строгая такая вот лесенка, действительно, как в монархическом государстве, где имеется сословный слой, и каждый знает свое социальное место. Конечно, детям в этой иерархии доставалось самое нижнее место. На них вообще обращали чрезвычайно мало внимания.
И вплоть до второй половины XIX века даже элита русского общества, дворянства, аристократия, в общем-то, никаких вот таких вот культов детей не знали. Ну, в наше время ребенок – это центр семейной вселенной, безусловно. Все о нем постоянно заботятся, его то и дело воспитывают, его учат, на него тратится довольно много денег. И поскольку детей мало, то они все на виду у родителей и у родных, и все более-менее принимают участие в их воспитании. Вот вокруг детей сейчас более-менее крутится всякая семья. А в то время ребенок был придатком просто к родителям. Это будущее, которое обеспечивалось за счет детей, когда родители состарятся, сделаются немощными. За счет детей можно будет существовать, потому что дети обязаны будут о родителях позаботиться. И значит, эти старики не умрут в одиночестве. Вот это единственное, что от детей требовалось. Но если в доме было состояние, допустим, если это купеческая семья, которая тоже жила по традиции, то, конечно, дети были наследники всего, это понятно. Но вот так вот, чтобы всю душу вкладывать в ребенка, этого не знали тогда. И поэтому даже смерть детей, она воспринималась гораздо легче. Этот умер, другой родится, а все дела годятся. Вот такая была поговорка. Совершенно спокойно ни матери, ни отцы. Ну, бывало, конечно, когда уже ребенок довольно долго в семье, много лет ему, ну, скажем, вот лет 5 ему. И вдруг вот он умирает, а это, может быть, даже любимый ребенок из всех. Тогда поплачет какое-то время. Но потом родится новый ребенок, потому что рождались дети буквально непрерывно. Бывали случаи во многих семьях, когда женщина рожала сначала в январе, а потом еще в декабре второго приносила, в один год двое. И где уж тут особенно заботиться о том, любимый он или нелюбимый. Главное, чтобы, слава богу, хотя бы вот сыты, одеты были и на глазах не мелькали постоянно, чем-то были заняты. Вот так вот относились тогда к деторождению. Эти большие семьи, конечно, рождали много проблем. С одной стороны, работать вот таким большим коллективом легче, безусловно. Если у вас, допустим, обработка земли, сельские работы, представьте, что 20 человек делают одно дело, можно очень неплохо существовать. Но внутри семьи, конечно, возникали разные проблемы, трения, особенно между женщинами, которые большей частью работали в одном доме и должны были как-то то и дело контактировать между собой. А даже и в крестьянских семьях женщины очень разные бывали. Бывали тихие, кроткие. Это очень радовало обычно мужей. Те помалкивали больше. А бывали вот такие, что колотовки, как их называли. Действительно, тут не только мужу, но и самому хозяину иногда от таких тошно становилось. И вот представьте, что несколько таких под одной крышей. В общем, как правило, именно женские несогласия приводили к тому, что кто-то из сыновей решал выделиться. Тогда это приводило к семейному разделу. В общем-то, благосостояние при этом страдало, потому что каждый сын, который вот слышал об этом, он тоже хотел получить свою долю состояния семейного. Ну, если это небольшое состояние, тут, конечно, возникали споры, но рано или поздно они разрешались. Каждый из сыновей получал что-то из семейного достояния, какую-то часть утвари, какую-то часть денег, если они были в наличии, и уходил жить в свой собственный дом, который строил за свой счет. Иногда это делалось даже где-то недалеко от деревни, как это называлось тогда, на выселке. Вот там возникало такое новое поселение, где жили молодые мужчины со своими семьями и сами начинали становиться главами своих семей. Ну, тоже иногда приходилось брать к себе каких-то маленьких, младших сыновей. Если родители почему-либо не могли их прокормить и сестер выдать потом замуж, это все входило в обязанность главы семейства. Ну, право главы семейства было казнить и миловать своих домашних, так сказать, по его собственному усмотрению. Слово отца семьи, хозяина, было свято и неприкосновенно. Если отец приказал, все обязаны были повиноваться. И соблюдалось это правило очень строго и на протяжении очень долгого времени, пока традиционная семья еще сохраняла свою силу. Но и возможность карать домашних у главы семьи тоже было. Он требовал повиновения, он обязан был заботиться обо всех членах семьи, но при этом он мог и покарать любого члена семьи достаточно жестоко. Телесные наказания, вообще домашнее насилие были в старой русской семье нормой. Более того, в народном представлении сложилась довольно странная идея о том, что если муж не обращает на жену внимания, то есть, ну как, вот не заботится о ее нравственности, а поэтому не порит ее или не бьет ее, так сказать, периодически, то вроде как она ему просто безразлична. И возникла максима довольно странная: бьет, значит, любит. Ну, буквально есть воспоминания своих людей в 18-м, начало 19 века, когда в семье главе семейства, вот такой отделенный, значит, сын живет отдельно, у него жена,
по-прежнему, конечно, глава семьи, он какую-то власть имеет над наделенным сыном, потому что он все равно ему подчиняется по рождению своему. И жена этому самому старику жалуется, что муж меня не любит совсем, ни разу меня не побил, хотя уж я его и так пыталась из себя вывести, и так пыталась раздражить, но он не хочет. И тот вызывал к себе и говорил: ты что ж, примером безобразничаешь, почему жену не учишь? И приходилось ему, значит, прибегать к физической расправе, хотя он, может быть, этого даже и не хотел. Это, конечно, комично звучит, но в большинстве случаев мужчинам, безусловно, такое положение очень нравилось. Тем более, что положение женщины, оно, в общем, в патриархальной семье всегда, конечно, подчиненное в первую очередь. Женщины и денег в семью почти не приносила, какая от нее особенно польза. Она в основном занимается домашним хозяйством, рожает детей. Значит, ясно, что существо подчиненное. И очень многие мужчины, безусловно, свое право сильного вполне реализовывали в семейных условиях. Причем в 18 веке это касалось не только крестьянской среды, где, казалось бы, ну, люди необразованные, что с них возьмешь. Очень много свидетельств того, что и аристократия русская в 18 веке вот так вот прибегала к домашнему насилию во всех случаях, когда, в общем, глава семьи находил нужным за что-либо наказать своих домочадцев. И жене доставалось зачастую очень сильно. Ну, бывали случаи, чтобы, собственно, даже выносить ребенка женщина не могла из-за того, что ее часто били, и били далеко не деликатным образом. Не оплеуху давали, а били зачастую ногами. В общем-то, могли и какие-то предметы использовать подручные. Много случаев было, когда женщины из аристократических семей жаловались на то, что их мужья буквально сживают их со света. Родители их пытались иногда заступиться за них, но было трудно добиться развода супругов. Старая русская семья не знала этого института, точнее, он существовал, но в очень немногих случаях. Необходим был очень долгий и сложный бракоразводный процесс, и не всегда удавалось добиться желаемого. Может быть, вот такая свобода рукоприкладства мужчин объяснялась отчасти тем, что церковные правила разрешали мужчине быть 3 раза женатым за его жизнь. Он мог иметь за свою жизнь 3 жен. Вот в 4-й раз его уже, как правило, в церкви не венчали. Только если уж очень нужно было, вдруг подряд вот 3 жены умерли, и дети маленькие остались, тогда шли навстречу и читали над ним молитву, но это был не обряд венчания, а что-то вроде вот такого как бы суррогата брака. И вот то, именно то, что у мужчины могло быть 3 жены, в общем, часто развязывало руки. Ночью одну он вобьет в гроб, она умрет молодая, потом он вторую таким же образом, потом женится в 3-й раз. Ну вот, может, 3-ю побережет несколько, если особенно она будет выбрана с тщанием и будет ему очень нравиться. Наименьшей степени семейное насилие поэтому процветало в семьях духовенства. Русским священникам можно было жениться, но только 1 раз в жизни. 2-го брака церковь по отношению к служителям церкви не допускала. И поэтому единственную жену, конечно, берегли. Если она уйдет из этого мира, что останется делать мужу и отцу с маленькими детьми, с хозяйством на руках, он уже не найдет себе 2-й супруги. Вот это очень тяжелая, так сказать, сторона, черта жизни старинной русской семьи оказалась чрезвычайно живучей и продолжала существовать, несмотря на всякое смягчение нравов, несмотря на просвещение, на протяжении всего периода, о котором мы говорим. Оно неизжито и до сих пор. Ну а семейное насилие, оно имело еще и применение к детям. Опять же, и Ветхий Завет, и творение отцов церкви во многих случаях учили бить детей, не показывать им свою любовь, применять насилие, не уставая бей младенца для того, чтобы потом радоваться ему. Ну и в этом роде истина очень много высказывала самыми разными церковными авторами. Можно было при желании найти в Библии какие-то отрывки, где призывали как можно сильнее наказывать детей. Ну, конечно, не перебивая при этом позвоночник, там, не прибегая к каким-то травмам, но порка, битье руками, это вроде как не считалось зазорным. Более того, считалось, что это польза только от этого будет детям. И дети привыкали к вот этому постоянному битью, причем чем, безусловно, более развитый и более тонкий по восприятию мира был ребенок, тем тяжелее ему обычно приходилось расти.
Это качество русской семьи, оно тоже сохранялось очень долго и, в общем-то, не изжито тоже до настоящего времени. У нас сейчас очень часто бывают проблемы, особенно вот в смешанных браках или когда русская семья живет где-нибудь за границей, где уже существует вот эта ювенильная юстиция, заботящаяся о том, чтобы родители соблюдали права детей. И поскольку в русских нравах, скажем, дать шлепка мальчишке, который балуется в доме, что-то такое не так делает, или каким-то образом еще показать, значит, ему, что он ведет себя неправильно именно с помощью физического воздействия, это у нас не считается ничем сверхъестественным. Шлепнуть маленького ребенка – это как бы, ну, вещь настолько обычная, что даже родители просто не контролируют себя, не обращают на это внимания. И, безусловно, это шлепок не тот, который уж очень сильно дает боль. Это такое вот символическое как бы обозначение того, что вот я рассердился и хочу тебя наказать за то, что ты себя неправильно ведешь. Ребенок обычно в этом случае ревет, но ревет не от боли, а от того, что обижен. Вот, ну, вот прервали на самом интересном месте, и вдруг вот, значит, родители сердятся. Вот этот рев, который часто слышат соседи русских семей, ну, неоднократно уже приводил к тому, что начинали появляется у двери полиция, и тут же начинается разбирательство за истязание младенцев, значит, вот, в которых якобы повинны русские родители. Причем дети сами уже начинают реветь всерьез от страха, что их сейчас заберут от родителей, от них требуют показаний на то, что родители их мучают и вгоняют в гроб, но ничего этого на самом деле нет. Это остатки вот этой старой традиции, без которой как бы русская семья не существует. Еще не так давно и наказание ремнем было очень распространено, но тоже обычно чисто символически. Безусловно, настоящий отец, он никогда не убьет своего ребенка и не причинит ему чрезмерных мучений. Понятно, что тут моральная, скорее, сторона дела играла. Вот этот способ воспитания, он, в общем-то, очень много значил в истории русской семьи и в истории воспитания вообще. Это касалось не только семейного воспитания. Причем надо сказать, что в дворянских семьях лет до 10 только наказывали телесно детей. Считалось, что уже ребенок-подросток, он обязан настолько осознавать свое общественное значение, что для него физическое наказание особенно унизительно. А вот пока он маленький, причем даже, может быть, года два ему, но он уже способен говорить и ходить своими ногами, вот с этого времени его могли наказывать телесно и достаточно сурово, потому что нужно было направить его вот именно самым понятным и доступным способом в нужное русло воспитания. Применяли телесные наказания во многих русских учебных заведениях, особенно закрытого типа, таких как кадетские корпуса, как различные закрытые учебные заведения, пансионы. И, в общем, это было, как правило, всегда чем-то экстраординарным, вот такое вот наказание физическое. Но все-таки достаточно распространенным, о нем многие вспоминают. Особенно широкое распространение эти наказания получают, поскольку и учебных заведений много в это время возникает, это где-то между 30-ми и 60-ми годами 19 века. Ну, наконец, даже взрослые люди в России довольно часто подлежали наказанию физическому за различные провинности и преступления. Большинство административных правонарушений наказывалось вплоть до реформ 1860-х годов именно физическим образом. Особенно это касалось простых людей. Крестьян, горожан низшего класса, мещанства, купцов наименее богатых, а до известного времени, то есть до эпохи Екатерины II, почти до самого конца ее правления в XVIII веке, и духовенство довольно часто тоже приговаривалось к физическому наказанию. Поэтому кнут, розги – это была обычная принадлежность русской жизни. Наказания зачастую были публичными. В деревнях существовал даже такой своего рода черный юмор. Если провинилась в чем-нибудь перед обществом крестьянская девушка, то обычно наказывать ее доверяли кому-нибудь из молодых холостых парней, которые вот должны скоро жениться. И, как говорили, после того, как он ее высечет по приговору деревенского суда, то после этого он обычно к ней сватался, и она становилась его невестой. То есть, в общем, такой вот юмор своего рода использовался в этой весьма неказистой стороне жизни. Ну, что касается всего остального, то отец семейства, он в первую очередь распоряжался ее финансовыми возможностями, все остальные члены семьи были от него зависимы. Это и обеспечивало очень долгую живучесть семьи традиционного типа, материальная зависимость. Провинность члена семьи могла наказываться еще и материально. Перекрывался денежный краник, и что хочешь, то и делай. Вот все зависит исключительно только от главы семейства, от хозяина.
Постепенно, безусловно, нравы вот таких больших патриархальных семей, они стали смягчаться. Прежде всего, потому что появляться стали законы специальные, которые стали карать за излишнее семейное насилие. В этом отношении можно говорить, что где-то уже ко второй половине 19 столетия малая семья, состоящая из отца, матери и детей, ну и, может быть, их внуков со временем, она постепенно все более вытесняла вот эту огромную традиционную семью. И, говоря о внуках, я имею в виду кого-то одного из детей, который оставался со стариками-родителями, остальные дети получали свободу, выходили на сторону и строили свою собственную жизнь после того, как женились и обзаводились собственным семейством. Разводы, как я уже говорила, были крайне сложны в русском повседневном быту. Браки дозволялись только церковные, обязательно с венчанием. Гражданского брака как такового вплоть до революции 1917 года в России не существовало. Но правда, как и в большинстве европейских стран, в известное время, то есть где-то с 80-х-90-х годов 19 столетия, фактически институт гражданского брака рождается и в России. Особенно это касалось высших слоев, элиты, прежде всего интеллигенции, наиболее развитых людей. Многие из них были равнодушны к церкви или даже считали себя атеистами. И они сходились по свободной любви, жили вместе, но при этом не состояли ни в каких официальных отношениях. Это и называлось тогда гражданским браком. Распространенность этого института в конце 19-го, начале 20 века была так велика, что обычный вопрос, ну скажем, случайных попутчиков в поезде, люди едут вместе в вагоне, начинают разговаривать о том, о сём, и как-то вот знакомиться между собой. Сначала имя, отчество, а потом, а есть ли у вас семья, а как вы женаты или так живете, спрашивали обычно. И это тоже как бы вот входило в обычный набор джентльменских вопросов, которые при таком первом знакомстве существовали. То есть это было уже очень распространенным явлением. Проще было действительно сойтись по любви и не связывать себя никакими обязательствами, чем потом, сойдясь и разочаровавшись друг в друге, мучиться процедурой развода, которая была очень сложная. Впрочем, наверное, о разводе лучше всего написал в романе «Анна Каренина. Лев Толстой», если кто-то из вас помнит, там это очень подробно все рассматривается, и какие причины могли быть для развода. В основном это была неспособность к супружеской жизни. Очень трудно было доказать измену, нужно было представлять свидетелей, которые сами все видели своими глазами, готовы были присягой это подтвердить. Супруги, которые уличались в супружеской измене, один из них, самый виноватый, обычно лишался после этого права жениться вторично. То есть, в общем, рождало это массу проблем. И поняв, что освободиться от супружества довольно сложно, ну, те русские люди, которые имели возможность для этого, то есть в основном средства собственные, они довольно просто поступали в таких случаях. Уже в 18 веке очень широко был распространен институт так называемых разъездов. Вот пожили супруги друг с другом, и потом поняли, что либо они убьют когда-нибудь друг друга, либо они, значит, вот просто должны как-то расстаться любой ценой. И они разъезжались в разные дома. Вот жили в разных местах и предоставляли друг другу полную свободу действий. Там дальше уже как получалось. Поэтому иногда случалось и так, что какой-нибудь весьма знатный человек впоследствии оказывался двоеженцем, а то и троеженцем. Такие случаи бывали. И, ну, если до этого доходило, то есть дело доходило до выяснения обстоятельств его вторичной женитьбы, он мог довольно серьезно быть наказан. И церковный суд для этого существовал. Наказание заточения в монастырь в таких случаях было самым мягким. Могли быть и какие-то более серьезные, даже вплоть до ссылки куда-нибудь в достаточно отдаленные места. То есть вот серьезные наказания, они в таких случаях существовали. Но, как правило, второй и третий брак заключенный, помимо того, что расторгнут был брак первый, в общем, это были случаи довольно обычные, и чаще всего они не вскрывались. В очень редких случаях только были неприятности. Просто никому как бы, ну все понимали ситуацию, и никто не старался навредить своему ближнему без особой надобности. Второстепенное и подчиненное положение женщины в семье на протяжении, опять-таки, довольно долгого времени подкреплялось еще и заимствованной от восточных русских соседей, прежде всего от татар, вообще от стран, которые, так сказать, через татарию, через татарские области влияли на русский повседневный быт, это и Турция касалось, и вообще, так сказать, мусульманских стран, с которыми
до Петровской эпохи Россия контактировала, безусловно, чаще, чем с европейскими государствами. Очень многие черты восточного быта были так или иначе прямо или опосредованно в Россию восприняты. И чем знатнее была семья в эпоху, предшествующую Петровским реформам, и довольно долго еще после этих реформ, тем, как правило, больше затворницы в этой семье была женщина. Если женщине из народа по неволе приходилось довольно часто покидать свой дом, чтобы сделать ту или иную работу какую-то или что-то как-то контактировать с внешним миром, то женщина знатная, имеющая множество человек-прислуги, имеющая вокруг себя людей, которые выполняли за нее все необходимые домашние дела, она, безусловно, вот оказывалась настоящей затворницей. В этом плане жены царей, дочери царей были затворницами буквально стопроцентно. Царица и царские дочери, царевны, не имели права вообще показывать посторонним свое лицо. Они должны были быть закрыты полностью от внешнего мира. Ну, в какой-то степени это касалось, кстати, и младших детей царя, пока вот дети не достигали возраста 12-14 лет, их никогда не показывали посторонним людям. Только своему узкому кругу, тех, кто их воспитывает, обслуживает и не более того. Ну, отчасти это было связано с представлениями о способности злого человека сглазить, то есть навести порчу, испортить жизнь, как-то испортить здоровье вот женщине или ребенку, и опасались просто за их жизнь и здоровье для того, чтобы они могли долго существовать. Ну, отчасти это было связано вот с такой традицией восточного типа, то есть по которой женщина принадлежит только своему хозяину, своей, главе своей семьи, и более никто не должен ее, то есть, ну, наслаждаться ее обществом, так сказать, смотреть на нее. Тем более, что царицы, как правило, были женщины очень красивые, ну, по тогдашним представлениям, безусловно. Между прочим, довольно любопытно то, что царские браки, они обставлялись как современные конкурсы красоты. Русская традиция именно такова была. Для того, чтобы царь выбрал себе жену, он ее выбирал не за границей среди принцесс каких-либо знатных родов королевских, а выбирал своих подданных. Причем он мог осчастливить абсолютно любую женщину, даже простую крестьянку, если она была хороша собой. И когда царю наступало пора жениться, обычно это было довольно рано, он был очень еще молодым человеком, по всей стране объявлялось что-то вроде конкурса красоты. Во всех больших и малых городах местное начальство городское должно было собрать всех девушек на выданье, провести между ними быстренько отбор по определенным критериям. Но представление о красоте в то время было, правда, довольно очень специфическое. Наверное, большинству современных молодых людей тогдашней красавице показалось бы крайне молодой. Ну, как бы то ни было, вкусы во всех странах свои собственные. Россия была страной аграрной. А в аграрных странах, надо вам сказать, я не знаю, по-моему, Болгария исключение, потому что у вас женщины исключительно стройные все. А вот, например, в Испании, в той же, где очень много крестьян было, там очень ценили тоже женщин с полной фигурой, мягко говоря. Чем полнее, тем красивее. Ну, это и отчасти, знаете, свидетельство физической силы, как считали тогда. Потому что, в общем, ну, посмотрите на борцов сумо. Безусловно, стройностью газели они не отличаются, но это люди очень физически сильные. Вот такие вот люди, они считались как бы наиболее привлекательными физически, потому что это залог того, что здоровые дети будут, не помрет она от первых родов, потому что там, в общем, как бы натура справится. Плюс к этому, если гладкая кожа, яркий румянец, блестящие глаза, блестящие волосы, ну, значит, здоровая женщина во всех смыслах, стоит на земле плотно, большие ноги у нее, талия отсутствует, ну, неважно, главное, у нее запасы есть, она может даже голодать, может, месяц, и ничего с ней не случится. Вот такая вот кровь с молоком, как это называли, очень некрасивое сравнение, кстати. Представьте, не кровь с молоком, а молоко с кровью. И отвратительно просто. Ну, неважно. Вот это считалось красивой. Значит, крупная такая, полная, с пышной грудью, с большим, извините, нижним поясом. Дама с черными обычно глазами. У нас редко встречались черные глаза, в основном светлоглазые русские. Поэтому это казалось особенно красивой, с густыми бровями. Ну, она черные брови подкрашенные. Вот получалась такая немыслимая красавица. Вот этих, значит, красавиц отбирали отборнейших, и человек 10 присылали в столицу. Ну, потом следующий тур отбора. Из 1000 красавиц надо выбрать десяток. Представляете, сколько там было волнений. Ну, а дальше уже самые красивые представали на глаза царю. И он обходил их
они почему-либо нравились или не нравились, ему еще на ухо нашептывали, а вот это такая-то, а вот у нее такие-то замечательные родственники, надо обязательно на нее внимание обратить. Ну, в общем, в конечном счете молодой царь выбирал себе нареченную, и вот это была его невеста. После этого ее подвергали еще всевозможным проверкам, насколько она здорова во всех отношениях, смотрели ее и лекари, и повитухи, проверяли, значит, насколько у нее истинная красота, нет ли у нее привязанных волос, допустим, чтобы понравиться царю. То есть, в общем, это было очень сложным таким процессом. И, конечно, самые отборные женщины попадали уже в царский дворец в качестве супруги государя. Таких уж боялись, безусловно, показать. Даже в церковь такая женщина, царская жена, должна была идти исключительно скрытным образом. Ну, помимо того, что при дворе, конечно, во дворце самом были внутренние церкви, но, допустим, если это какой-то большой монастырь или большая церковь, куда хотелось тоже прийти помолиться, то со всех сторон вокруг царицы шли слуги, которые в вытянутых вверх руках держали что-то вроде ширмы, такое суконное полотнище, полностью скрывающее ее от посторонних глаз. Выезжала куда-нибудь из города, она только в закрытой наглухо карете. Ну и, в общем, конечно, вот такое затворничество, оно было довольно, наверное, мучительно для многих женщин. Точно так же прятались от мира и царские дочери. Ну и их затворничество становилось, в сущности, тоже пожизненным таким заключением, потому что найти мужа дочери царя было негде. Православных царей не было больше, кроме России. А иноверцы в Россию не могли пригласить в качестве жениха царской дочери. А выйти она могла только за воню. Этот царь может жениться на крестьянке, жена его все равно будет царица. А если за крестьянина выйдет царская дочь, она станет крестьянкой. Понятно же, что все по мужу статусу исключительно определялся. И большая часть царских дочерей была обречена на вечное безбрачие. Вот так и сидели у себя во дворцах. Молились за братьев, за отцов, которые грешили по неволе, выполняя функции правителя России. Ну и, в общем, ничем особенно не занимались, кроме вышивания, шитья, каких-то других женских работ, которые очень часто умели хорошо делать. Другие все работы делали слуги, понятно. Вот такая традиция затворничества, она продолжала существовать в России, в общем-то, до середины 18 столетия. Уже Петровская реформа прошла, и Петр попытался женщин из их затворничества вытащить, и он даже издавал указы специальные, чтобы женщины обязательно появлялись в общественных местах, на балах, на ассамблеях, присутствовали вместе с мужчинами. Ну, очень непривычно это было. И первое время женщины не умели себя даже и держать в таких местах. Даже если учили их танцевать каким-то манерам, они все равно, придя в публичное место, чувствовали себя, ну как вот, я не знаю. Ну, посадили вас, вот из бани вынули и посадили посреди улицы. И чего вы будете делать, как себя почувствуете? Как-то уж очень все это было непривычно и неуютно, да и не принято. А при том же велено было европейский костюм носить. Это было тоже настолько непривычно. Русское традиционное платье, оно полностью закрывало женщину от шеи до пяток. Все было широкое, свободное, длинные рукава, лицо накрашено, волосы спрятаны до последнего волоска. Замужняя женщина обязательно прятала волосы. А европейская? Волосы на поверхности, шея открыта, да даже, извините, и грудь почти открыта, руки вот так вот до локтя открыты. Ну, срамота сплошная, это же невозможно. И вот это было тоже причиной того, что, ну, царь приказал, конечно, приходится приходить и сидеть, и вот смотреть на то, как там танцует кто-то, какие-то немки, которые умеют это делать. А как только царь их переставал приказывать, так опять уходили домой и сидели у себя в затворничестве, и почти не показывались на посторонние глаза. Вот эта вот традиция очень долго сохранялась. И вообще, ну, прямым следствием ее было, скажем, то, что вплоть до 1860-х годов ни одна русская женщина из более-менее приличной семьи не имела права показываться на улице в одиночестве. Вот женщина, идущая по улице одна, она неминуемо становилась объектом самых неприличных приставаний со стороны прохожих, потому что так могла идти только женщина легкого поведения. Приличная женщина, либо ее сопровождал муж, либо сын взрослый, либо какие-то другие родственники, либо уж если никого нету, лакеи. И привычка к тому, что обязательно рядом кто-то идет, была настолько велика, что даже старушки ходили с лакеями, и обязательно те их сопровождали, несли за ними разные вещи. И таким образом видно было, что не простая женщина идет, а женщина с положением. Ну, правда, и лакеям, конечно, надоедало это.
такой забавный был случай зафиксирован с одной московской барыней, очень знатной Натальей Кирилловной Загряжской. Она с Пушкиным была в родстве, точнее, с его женой. Была женщина очень колоритная и такая своеобычная, как многие русские старухи того времени из такой знатной среды. Вот у нее лакей был любимый, с которым она всегда гуляла, и он был уже тоже старик, как и она, он плелся вечно сзади, а она, как всякая старушка, то ей холодно, то ей жарко, ах, подай мне шаль, ах, возьми шаль, ах, возьми зонтик, кажется, дождь начинается, возьми зонтик, ах, подай мне вот тот флакон, этот флакон, те там, ну, в общем, в конце концов, до того загоняла. Он уже просто не знает даже, как среди этих всех многочисленных вещей ориентироваться. И она ему говорит: ох, надоел ты мне, Прохор, еле шевелишься, а уж как вы-то мне надоели, Кирилл сказал ей Прохор. Вот эта вот принадлежность, то есть к определенному слою, она заставляла женщин очень следить за своей репутацией, обязательно выходить на улицу с сопровождением. Это, безусловно, рождало проблемы у молодых женщин, потому что девушка, в отличие от взрослой дамы, вообще не имела права появляться одна. Без старших это было немыслимо. Ну, это, опять же, вплоть до реформ Александра II, когда начинается движение за женскую эмансипацию, когда женщина начинает учиться. А поначалу это было настоящей проблемой. То есть...